Всем привет! Это новый лот кардиганов. Я бы сказала так, что вот этот кардиган, он такой больше, наверное, какой-то праздничный, какой-то вот, не знаю, потому что тут много кардиганов, которые я бы, допустим, использовала для торжественного выхода. Может быть, не совсем торжественного, но выхода в люди это уже точно. Итак, начинаем. Первый, посмотрите, как пальто, размер L-ка, ну, мятый, конечно, мятый, но тем не менее, классный, цвет шикарный, большой размер, и такой он достойный, вот достойный. Потом смотрите, вот про что я говорю, да, вот торжественный выход, то есть комбинезон, например, или это может быть легкий плащ, и тем более у него цвет такой модный на данный момент. Я вот про это говорю, что здесь таких кардиганов в этом лоте почему-то достаточно. Вот это вот уже более как ветровка кардиган. У нее тоже есть, смотрите, завязочки, то есть как джинсовый вариант, смотрите, как нарядно. Ну вот это прям вот такая штучка-то, прям каблуки-каблуки, прям чтобы вот красиво было, чтобы... Вот, посмотрите дальше. Здесь есть пояс у этого кардигана. Возможно, его носят с поясом, можно без пояса носить. Но у него красивая люрексовая нитка, и он посередину бедра, такой, знаете, такая красивая кофта. Вот и это тоже с люрексовой ниткой. Не знаю, видно ее или не видно. Симпатичный кардиган. Смотрите дальше, да, то есть это летний кардиган, это либо пляжный вариант, у него даже есть кармашки, возможно, это домашний вариант, XL размер, и вот пляж, дом, или просто вот с комбинезоном, так легко-легко пошли с кроссовками, этот попроще, конечно. Дальше, посмотрите, какой, рукава широкие, весь такой он. Не на торжественный выход, но все равно модно, красиво. Вот такой есть укороченный кофточка. Это тоже XL размером. У него красивые широкие рукава. И, кстати, такая длина очень идет женщинам, которые носят XL. А они как раз думают, что им идет намного ниже длина. По факту нет. Посмотрите, какой цвет. Размер M-ка. Шея немножко с вырезом. Здесь такая полоска. Ткань прикольная. Классный, классный кардиган. Смотрите, да? Не пойми что. То есть color up такой, что как будто бы вроде как и дом, вроде как и не дом, но точно с джинсами, наверное, такая штука красиво будет. Дальше пошел такой вечерний уже кардиган. Он черного цвета, поэтому его можно хоть чем разукрасить. Он тоже большого размера. Смотрите, какой у него интересная текстура. Он легкий и воздушный. Да, может быть пляжным. Только у него рукава отсутствуют. Поэтому, скорее всего, это просто кардиган для носки в городе. Вот тоже, да. Красивый, маленький размер. Четверка, это прямо XS. У него еще вырезы есть по бокам. Это тоже маленький размер кардигана. Здесь кардиган новый, он с биркой и с мешочком для кардигана. Он такой уютный, уютный, домашний. Ну и с джинсами тоже будет хорошо в городе. Буклированный кардиган, как кофта. Угу. У него есть карманы. Он мягкий, уютный. Можно его застегнуть, можно не застегивать. Большой размер. Посмотрите, есть такой интересный кардиган, который в виде жилетки. Тоже можно сделать очень приличный лук, модный. Это вот какая-то творческая штука. Жилетка. Совершенно интересный кардиган.
А у него такой цвет, как будто домашний, но у него, смотрите, какая корона. Поэтому какой он домашний? Белое платье, либо черная юбка там, что-то, либо джинсы черные. Вот это тоже достаточно вечерняя штучка. Легкий, невесомый. Можно пляж, можно дом. Вот это такая спортивная штука с капюшоном. Карманы, молодежная, так же, как и эта, она немножко идет с начесом. Ну, вот в этой штуке спорта мало, есть такая неформальная молодежь, скажем, стилистика. Укороченный кардиган, кофта с вышивкой. Бархат и золото. Мне кажется, знаете, вот напоминает вот что-то такое вот, какую-то вот арабскую тему. Здесь есть детский кардиган, теплый, достаточно прикольный. Смотрите, у него какая манжета приделана, да, сверху. Вообще прям интересно. Офисная кофта. Рукава, можно топ одеть блестящие и, допустим, сверху вот эти рукава. Здесь идет, тонкий кардиган, вот, как кимоно, посмотрите. Ну, вот это точно летний вариант, как кимоно. И точно, ну, возможно, даже, да, на пляж-то прям супер в нем ходить. Представляете, летящей походкой идет. И еще одна спортивная штука, кардиган с начесом, вот такой. Возможно, это домашний, поэтому этот лот содержит также такие симпатичные домашние тапки с силиконом, чтобы они не скользили, они новые. Подробности об этом лоте смотрите в ссылке под описанием. Маш, покажи color up вот этого. Я бы сказала так, вот, наверное... Где-то вот до сюда вот они идут прям такие. Это сюда вот можно вот это повешать. И сюда можно вот это повешать. Вот. А эти как-то они больше... Ну, к сожалению, больше, знаете как? Ну, посложнее, наверное, будет продать. Хотя вот я не подробно их рассмотрю. Это флис, смотрите, вот какая-то спортивная вообще-то деталь. Тут прорезь для рукавов, для спортсменов. Возможно, тут я не разглядела. А вот это все прямо вот... Прям модно и красиво. Знаете, у нас же разные лоты бывают. Некоторые лоты домашние, уютные, некоторые пляжные. А вот этот лот, он прямо про красиво-красиво выйти на каблуках. Подробности ссылки под описанием.